друзья, привет вам. Сегодня у нас очередные покатушки. Температура 0. Немножко сегодня метель. Собираемся покататься после 23 февраля. Заодно посмотрим, как работает самоблок, который установлен на АБТ, что на 9 кг при натягах. Все, погнали. Большое спасибо Антону Владимировичу за 100 рублей на самоблок. Итак, сегодня у нас два Дастера 1.6 с ESP 2-литровый, без ESP, Нива короткая, что у нас там, Land Rover, и все, по-моему. Ну, я на 21.31. Короче, едем к месту покатушек. Эта дорога у нас ведет в Гребени. Там высокая гора, там у нас катаются на лыжах, на тюбингах. Посмотрите, это наш оренбургский такой местный горнолыжный курорт. Ребята, вот самая гора, на которой катаются на лыжах, на тюбингах. Вверху стоят подъемники. Подъехали к посту охраны. Здесь стоят шлагбаумы. Чтобы на территорию въехать, они отмечают. На выезде оплачивается денежка. Дастер 1.6, ESP сейчас будет трогаться максимально. Нет, одно и второе колесо потом пошло. Так, вот смотрите, Дастер без ESP, который. Привод стандартный, как у Нивы. То есть, каким колесам легче, те и крутится. Сейчас загоним 1.6 с ESP и посмотрим, как работает с ESP автомобиль здесь же. Двухлитровый 1.6 ESP. Сейчас двухлитровый мы вытаскиваем. Ну, ребята, крепко засел. Сами видите, да, на пузо. Все, все, все. Сейчас местами меняемся. 1.6 сюда загоняем. Здесь сравниваем два Дастера. Двухлитровый, без ESP, и 1.6. Загоняем сюда же. Посмотрим, как здесь будет срабатывать колеса. На том Дастере работали чисто по диагонали. Вот, смотрите, помощь ESP — это то, что колеса помогают. А помогает за счет чего? Передние колеса, которые свободно висят, их подтормаживает и передает тягу на эти колеса. Что здесь у нас? И здесь, видите, да? То есть по диагонали колеса у нас крутятся, тормозные колодки их поджимают, передает, ну, какое-то усилие на колеса, но все равно. Конечно, тут уже брюхом, но мы просто посмотрели, в чем разница. Хочу напомнить, вот эти тросы у нас вяжет человек один. Вот если без шаклов, без крюков, 1200 рублей. Вот такой трос. Ссылочку вам оставлю в Оренбурге, 1200. До 5 тонн. Это динамика, он не жесткий, он растягивается. Сейчас посмотрите. Ну вообще, вот мы сколько пользуемся, обалденная вещь.
Короче, просто если с петлей 1200. Смотрите. Трассе обалденное, заказывайте. Номер телефона оставлю, человечка. Пробуем Ниву. VG след. Глубоко, Вань, глубоко. Да, чудо не случилось. Обойду, посмотрю, как с той стороны. Тут у тебя, ну, да. Ох, глубоко, очень глубоко. Ай? Ну, покрути. Ну, тут все просто. Колесо это вывесилось, ему легко крутиться. То зажато, оно не крутится. И получается, с этой стороны тоже колеса, ну, как бы в свободном полете, видите, они вывесились, что то, что это. Поэтому в свободном дифференциале колесо крутится то, которому легче. Ну, ладно, что выдергиваем. Чудо не случилось. 10-метровый динамка. Идем Ивана вытаскивать. У них трос короткий, сейчас подлиннее прицелим. Ну вот, смотрите, снег жесткий, проваливаешься по колено просто. Ну, по-другому, куда-либо приехать, покататься, ну, реально больше негде. В полях везде, видите, сами снег лежит. Вот приехали, думали здесь по трассе, но по трассе неинтересно. Решили единственное, что вот накатать и попробовать автомобили, где ESP, Land Rover загнать, мой автомобиль загнать, посмотреть. Ну, на данный момент вытаскиваем не вас. Так, ну Иван решил на скорости. Бля. Да, зря он притормозил. Ну все, подъезжай, вытаскивай его. Все. Вань, сейчас вытащим. Я ж воткнулся в него. В чё? Нет, он вообще тут плёт. А чё ты притормозил? Метёт, связали две динамки. Сейчас опустится. Ивана прицепим. Вытащим. Ну и дорогу пробьем и будем кататься. Снег жесткий. Иван решил самостоятельно попробовать выехать. Ну, снег жесткий, вот и... Ёлы-палы. Короче, надо выйти отсюда. Короче, мы хотим вот сюда накатать. О, вот сюда, чтобы выехать. И отсюда будем пробовать. Копали-копали, бросили эту затею. Блин, на выше колен. Сейчас попробуем вон туда дальше проехать. Поверху. Морда сидит, все. Ну, смысл опять такой же. Снег жесткий. Хотел Ивана вытащить. Самоблок работает. Вот на данный момент, видите, да? Здесь просто-напросто. Опять же, все то же самое. Покатушки что-то у нас не получаются сегодня. Снег жесткий. Сейчас буду. Вадим будет меня вытаскивать. Машина провалилась.
Вот. Три колеса гребут. Land Rover тоже. О! Вот динамка, конечно, классно. Классно работает. Динамический трос. Все, выехали. Короче, ребята, снег плотный и проваливаемся. Покататься что-то у нас не получается. Ладно. Так. Будем. Ваньку ждет, дай трогать. Поехали. Вытягиваем Ваньку. Что, он там выехал, нет? Да, ребята, пользуйтесь нормальными тросами. Тросы – это вещь, когда их тем более много. Три штуки связали, метров, наверное, 30 получилось. Вот сейчас будем дастер вытаскивать, до него метров 50. У нас сейчас два 10-метровых и два 6-метровых троса. Это что, 32 метра получается. У нас дастер тоже там провалился. Ходом, когда изначально проехал. Да нет, это ерунда все. Решили Ивана отцепить. Сейчас он полностью сам выйдет отсюда. Если выйдет. Давай, выезжай. Вах, 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 вах. Ну да. Вверху жесткий снег. Машина проваливается, роет. Все на этом. Тут тем более небольшая горка. Подъем он. Уже выехать ему сложно. Дастер у нас провалился. Все. Короче, сел. На мост сел, колеса буксуют, все на этом. Больше, больше. Еще, 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 еще. Давай, пробуй, пробуй. Больше разгона, давай. Нет, больше разгона. Бля. Вот я про что говорил, про эти тросы дурацкие, бля. Это ладно, по низу прошло. Вот так вот связывается петлей для увеличения. И поедем сейчас. Вот, видите, что происходит? Стропы, все это херня. Все рвется. Так, отходим подальше. Вроде сейчас две динамки. Все, поехали. Давай, 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 давай. Нет, больше разгону. Больше набирай. Давайте отойдем. Вот здесь что проблема, я тебе говорил, слетает. Подожди, стой, 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 стой. Давай, пробуй, поехали. Давай больше. Большой обзорчик. Горнолыжки оренбургской. Все происходит вон на той горе. Мы до сих пор сидим здесь. Выехать не можем. Не вас повис. Дергать опасно, потому что снег настолько жесткий. Боимся. Сейчас хотим Land Rover'ом дернуть. Все уперлось в задний мост, реактивку. Как бы не оторвалось что-либо. А? Нива просто висит. Просто вот так. Опа, опа. Неужто, неужто что-то получилось? Стронули, стронули немножко. Че, давай еще? Ну и что вы скажете вот? Посмотрите сами здесь.
Вот на таком снегу вот она лежит просто. Че? Да, вот она. Всё. Бесполезно. Ну что, Дастер? Теперь его вытаскивать. Ну что, все какие тросы у нас были, все связали. Получилось 50 метров. Там надо команду давать, Тен. А, все, он готов. Давай, давай. На, Лех. Может еще подъехать? Желтый тоже убрать. Вообще убрать его, да, я тоже говорю. Ну давай тогда его развязывай. Надо цеплять. Да. Крюками мы не пользуемся, вот шаклами более-менее надежно. Крюки есть такая функция, разгинаются, как в данном случае получилось. Летят, стреляют. Вот это более-менее надежно. Ладно, пробуем. Дастера. Вот в такой ситуации окажетесь. Тросов не будет нормальных. Так что приобретайте нормальные тросы. Ванька на шипах. Дастер, тащим. Ну, еще немножко осталось. Шло время до чаепития у нас. Итог весь очень простой. Не надо сейчас никуда кататься. Условно говоря, снега много. Смысла никакого нету. Машина просто проваливается, снег жесткий. Короче, любую машину можно засадить. Хоть 20 блокировок поставь, ничего никуда не поедет. Мы сейчас пьем чай. Едем домой. Все. Всем... Стыковая лопата снега, да, пробивает. Все, кто смотрел, спасибо. Давайте там подписывайтесь. Ставьте там пальцы. Все, всех благ. Въезд 150 рублей стоит сюда. Сейчас на кассу идем. За то, чтобы выехать отсюда, 150 рублей нужно. Сыграет музычка. Давайте зайдем, посмотрим. О, тепло. Надо в машину одну. Это прокат у них. Привет. Посмотреть. Ютуб-канал у нас. А, вот. Просто ездили тут, катались заодно. Молодцы, молодцы. Сейчас посмотрим. И у вас все, и у вас все размеры есть, да? Все есть, да, конечно. Нива 007 Оренбург. Размеры от 27 до 46. Спорт, лыжи. О, прикольненько у вас. Для детей там от буквально даже 3, уже через 3 лет. Угу. Это вот прескурант ваш, да? Примерно. Да. Вот, ребят, кому интересно, посмотрите. Спасибо. А как у вас вообще это называется? А то Гребени, Гребени. Гора Гребени. А центр активного отдыха, да, получается? Кому интересно, заходите, смотрите. Номер телефона. Талон на выезд дают. 150 рублей. В принципе, просто так, да? Наши сегодняшние тачки стоят. Все, мы сейчас выезжаем, едем в сторону дома. Решили сделать заезд. Дастер 2-литровый и Нива стандартная, короткая. Метров на 300. Но заезд не удался. Ну и что, Серега, он топчет нормально. Да, отлично. Ну я чуть вырвался вперед, а потом уже встречный появился. Ну а так стартует он путем, да? Да, шутка. Ну, да. Ну ладно, поехали дальше. Ага. Попробуем за ними. Вторая. Но Нива все равно быстрее, Нива идет. Все, выезжаем на главную дорогу, баловаться прекращаем. Машина достойна, то, что она прошита, хорошо
прям с этого рвет с места хорошо. Ты его догоняешь? Догоняю, но я все три раза все старты провалил, в общем. Почему? Занул, я потом сигарил, потом догоняю. Встречная какая-то появляется, уже потом. А так, да, ноздря на ноздрю. Прошивка, да, дает. Ну, то есть 2 литра и 1,7. В принципе, одинаково. У тебя сколько лошадей? 140. 140, 83 лошади. Едут одинаково. Ну, да, еще надо пробовать. Я не говорю, что я... Мы просто сразу все не можем показать, просто, да? Просто, да, реально... Интрига должна остаться. Единственное, я признаю то, что сами старты я провалил. А ты из-за чего проводишь? Да поздно это, сцепление, все. Ну, не знаю. Не скажу, что скоро давно, не проводил. Ну, опять же, стартовался второй, не с первого. Первый бана рванул, бана опять воткнулся. 5 метров. И опять переключать. Пока ты переключишься, время идет и все. Поэтому со второй. А со второй получается какой-то провал. То есть раз стартанул, газ в пол, но она не едет. А потом она подхват такой, она поперла, уже я его не достаю, догоняю. У тебя не прошита машина? Прошита. Да. У меня вообще не прошита. Она вообще со второй, прям провал чувствуется, что она там... Вот нас 1.6 попробуйте. Поддушно. Подожди, она первая что получится? То есть первая включается? Она рванет, аж подпрыгнет. Она вырывает. То есть оборот его дергает, да? И потом раз, на это вторую. Первая передача у меня здесь, как у тебя вторая пониженная. Вторая пониженная. Можно потом протестировать даже вашу. Ну и итог покатушек. В принципе, ничего там нового не получилось. Если машина повисла на брюхе, есть ESP, нету ESP. Если колеса проворачивают, то это бесполезно. Только лопата или трос. Когда на жестком грунте или грязь, надеюсь, доживем до этого момента, скоро будет грязь, там уже будет явно видно. И мой самоблок будет видно, как работает. Запустим Duster с ESP, без ESP, Невасса, там Land Rover. Вот, там уже будет все понятно. На данный момент снег жесткий, пласт. По нему едешь, машина проваливается, колеса вывешиваются, все на этом, машина мертвая. Как ни копай, как ни дергай, пока из-под днища снег не уберешь, машина не едет. Сами видели, мы сколько дергали. Вот. Хочу напомнить, у меня есть группа покатушки в Оренбурге, в Вайбере. Ссылочка будет там. Проходите по ссылке. Вот. Будем рады вас там видеть. Если кто живет в Оренбурге или ближайший округ, кто сможет приехать, мы заранее объявление делаем, когда, где собираемся, куда выезжаем. Вот. Ну все, ставьте лайкосы, подписывайтесь, будьте здоровы. Рад, что вы меня смотрите. Всем пока.